Ну-ка. Нет. А, ну держи. Ну давай. Сколько? Ну пойдем, Байся. А то опоздаем. А что у тебя опять? Че? Шея открыта. Так время 12 только. 2 часа ну, еще. Ты сначала к нам поедешь, да? Нет. А Дима? Так. Лабрат. Тачки кайф. Сегодня у нас 8 марта на самом деле. Всем приветики снова. Сейчас иду я к маме. Сейчас меня опять ухо задует. Волзеточку в ухо. Вот, идем сейчас на автобус. К маме. Смотри, какой бордюрчик. Несу букет, смотрите, народ. Один тюльпан сам привязался. Его привязали. Его привязали случайно совершенно. Просто случайно. Шестой букет. Тюльпан на халяву. Достался. Открываемая духовка. Крышка. Не рано ты их добавила? Да нет. Все с такой уже. А, базилик такой, базилик секой. Разный базилик. Короче, сегодня все будет со специями. Сегодня явно будет не диетическое. Да. А кориандр я тебе что дала такой? Да. А, я сейчас смотрю мою. Да. Не диетическое. Ага, все чтоб, главное, чтобы не съед острое. Да. Ты любишь острое? Нет. Я не хочу, чтобы Дима привыкал к острому. Он будет любить острое, скорее всего. Так я, мы же не Диме накладываем. Ну, я на будущее. А там у тебя что стоит на чайнике? Чего? На чайнике что стоит у тебя? Где-то вот зелень в самом кадре. Что-то на авокадо похоже. Фух. Ну иди. Сейчас я положусь в это. Настя с Валюшкой придут. Да? Ну, я говорю, а что, Дима не будет? Я ей позвонила, говорю, приходи. Она боялась. Что заразит. Что заразит, боялась. Боялась, что Дима заразит. А раз Дима не вкусит. Потому что она уже температура. А я думала, ребенку так плохо. Мы боялись из-за Димы. Да нет, она хорошо, говорит, себя чувствует. Просто боялись, она немножко болела, температурка была чуть-чуть. Ты же знаешь, как только у них температура спадает, они уже носятся. Да, он из 37 носился. Ну вот. Так же и ловушка. Ну хорошо, тогда салат не пойдет. А чего с Васьки-то передумали, не знаешь? Ну, устала она. А, там
У нас же не может, ей же надо мыть. И ночевать еще там вот удобно. Все в мешках, там все это. Одна кровать стоит, все там. Да. Ночевать как неудобно там. Ты вчера звонила, она сказала, подумаем. Ну, она сказала, ну конечно, не 100%. Но она просто сказала. Я не знаю, она просто сразу не отказывает, а потом. Я, в принципе, так и подумала, что они не придут. Ну, кстати, не ведут себя, потому что люди же рассчитывают с продуктами. С ну, да, и, да, и, да, и, поэтому... Да, либо уж сразу вы отказываешься, либо это. Да, так все не ведут. Ну, этого было, можно было ожидать, скорее всего. Так, ложку. Да, ложка нужна тебе? А то я оставила эту ложку, которая мешала здесь. Нормальная ложка. Ням-ням, с 8 марта. Если нет чехла у вас, можете носить планшет Finder. Это побольно. Теперь стал бы моим телефоном. Пришла я к маме. В гости. Купила. Тут Женька мне подарил вчера тюльпаны. А это вот я купила, они с луковками. И один достался лишний. Представляете, 5 штук. Или 6 их. Или 6, или 5 купила, и один остался лишний. Халява.